Еще один теракт произошел накануне в канадском Эдмонтоне. 5 человек пострадали, в том числе полицейский. Мужчина на автомобиле сбил офицера, потом нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Засекли преступника в другой части города за рулем грузовика. Во время погони он умышленно таранил пешеходов. Когда водителя задержали, в машине нашли флаг Исламского государства.